День. Меня зовут Валерий Юрьевич Мацнов. Я жертва Иисуса Христа и его банк, так же, как и вы. Хотя, возможно, вы еще не знаете об этом и думаете, и не понимаете, и думаете, что вы, что это добро, любовь, Бог. Ну, на самом деле, все не так, я это объясняю другому времени. Сейчас бы я хотел сказать о конкословии. Конкословие – это позитивная религия, хорошее настроение, которое, в отличие от других религий, программирует именно позитив, счастье и удачу. О других религиях. Не надо строить иллюзий, что это служение какому-то богу. Думайте, какому-то богу, тем более, если это не старик, сидящий на облаке, как представляли его религии раньше. Смотрите статью на сайте жопаханка.ру, почему коммунисты искали бога на облаках. Или тем более, если это какой-то невидимый высший разум, который создал вселенную, все знает и всемогущ. Или ему доставляют какое-то удовольствие, чтобы перед ним стояли на коленях, называли своими рабами, читали какие-то бессмысленные тексты. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вот такой позе. Забитого несчастного человека. Вот ему это так нравится. Например, это, да? Читали какие-то бессмысленные тексты. Стояли свечки, стояли, просили что-то нарисованных картинок и все остальное. Не кажется ли вам, что глупо верить в это взрослому человеку? Тем более в нашем веке. Поэтому очевидно, что никакое это не служение Богу какому-то, а имеет совершенно другие цели и задачи. Вам вообще не смешно или не стыдно, если вы на самом деле не задумывались над этим и верили в такую чушь на самом деле, а? Мне было бы стыдно. Тем более в нашем-то веке. Мне было бы стыдно. Но я бы это признал. Потому что, как говорится, умным покажешься, в дураках окажешься. Поэтому я могу признаться вам, что я тоже дурак. Дурак, который понял, что его дурачат. Дурак, который понял, как его дурачат. Дурак, который понял, почему его дурачат. Но об этом в предыдущем файле о сути религии.